так выглядел один из автомобилей через пару минут после аварии. Кабина полностью смята. В момент столкновения в МАЗе находились два человека. Скорую вызвал участник аварии, водитель другого грузовика Сергей Зоринов. В момент ДТП он сидел в рабочем автомобиле. Машина была припаркована на обочине. Неожиданно из средней полосы, говорит Сергей, выехал еще один МАЗ. Сначала машина задела его автомобиль, потом на большой скорости врезалась стоящий на обочине КАМАЗ. Километров 70, наверное. Это быстро. Для грузовой машины это большая скорость. Невольным очевидцем происшествия стал дачник Александр Симонов. По его словам, два грузовика стояли припаркованные на обочине. Водитель МАЗа сидел в машине, а КАМАЗа менял колесо. Двигался только второй МАЗ. Задел ту фуру, сбил борт у него, его выкинуло на эту сторону. Стоящую машину, она на ремонте стояла, он врезался в правый бок, его выкинул, туда разбился. Оба живы? Конечно, живы. Дай бог. Водитель и пассажир МАЗа сейчас находятся в реанимации первой городской больницы в крайне тяжелом состоянии. У обоих пострадавших многочисленные переломы рук, ног, тазобедренного сустава и очень серьезные черепно-мозговые травмы. Ушиб головного мозга, врачи так сказали, у водителя МАЗа. Ну а у водителя КАМАЗа черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лба. Состояние водителя КАМАЗа, менявшего колесо, медики оценивают как стабильное. Сейчас он тоже находится в первой городской больнице. Пока никаких комментариев о причинах случившегося специалисты не дают. По словам очевидцев, водитель МАЗа двигался слишком быстро и резко поменял траекторию движения. Возможно, он не справился с управлением. Но тому может быть и другое объяснение, говорят свидетели ДТП. Водитель МАЗа вполне мог быть пьян. В кабине дознаватели обнаружили недопитую бутылку водки. У всех водителей уже взяли кровь на анализ на наличие алкоголя.